Я клянусь вам, ну не пытались мы выйти на улицу и устроить там акт мастурбации. Ну это просто алкоголь ударил в голову. И подыгрывали, ставили друг другу. Вот месяц назад бы снимали бы это видео. Как я хорошо выглядел. У меня новый спектакль выходил. Мы с отъевшимися лицами. В планшете у меня куча хороших фотографий в чулках. Ну вот их бы украли бы. Ну че? Вот сразу какое-то говно. У меня много жена фотографировала там в белых, в розовых, и так, и боком, и раком, как хотите. Ну вот нет, самое говно вытащили. Обратитесь в следующий раз, я вам, если уж вы будете, ну я вам свои фотки, что ли, там правда, у меня такие клевые есть. Прям смотришь на себя, аж самому себя хочется. Да, действительно, это могли увидеть дети. Есть маленькое оправдание, маленькое, ни в коем случае не говорю, что мы правы. Это было почти 5 утра. Вряд ли бы кто-то в это время вел бы куда-то своих детей, вряд ли. Второе видео, там, что мы делаем с моей женой, кого мы сосем, это вообще никого не волнует. Делаем, что хотим. Что я сосу со своей женой, это мое личное дело. Я еще раз говорю, я не гей. Да, мы позволяем себе отношения. Радуйтесь. Открою вам маленький секрет. За камерой была еще одна пара. И это была наша хулиганка. Да, действительно. Мы были абсолютно в неадекватном состоянии. Мы были абсолютно обдолбаны и выпивали уже там пятый день. Кому не нравится... Не смотрите больше мои фильмы. Надо снимать увлекательное, занимательное порно. Надо открыть какую-нибудь платную тему и фигануть.